Так. Часть вторая. Как я сказал, непосредственно будет сама установка СНПЧ. Как мы видим, уровень воздуха в самом СНПЧ нормально. Чернила в самих шлейфах не отходят. И теперь обращаю внимание. Первая, вторая, непосредственно на самой печатающей голове. Вот такая вот штуковинка, которая и будет для прокладки нормального по шлейфу. Оно не должно мешать, все должно быть соразмеренно. Здесь для внутренней прокладки, и там дополнительно еще есть крепления, которые будут непосредственно сам шлейф ставиться. Это технология Инксистема. Ну, в принципе, в моем понимании, хоть я и не люблю, как они делают, но довольно разумно, по крайней мере, корпус не калечится у самого аппарата. Посмотрим, что из этого всего выйдет и насколько удастся с данной длиной шлейфа ВВМовского, а он короче, проложить, и чтобы все работало хорошо вот в этом вот монстре. Хотя аппарат сам по себе, используя оригинальные материалы, довольно неплохой. Для чертежей, для тонкой печати идеальная вещь. Ну, продолжение будет, когда установлю непосредственно саму СНПЧ и запущу. Вот такая вот моделька.